Вчера наслаждался просмотром индийского кино. Я вынес для себя мораль, что всем надо брать пример с центрального персонажа. У него проблем по самое не хочу, а он даже не телится. Все танцует и танцует. Алло, доча, я вас утром завтра жду. Что там зять мой делает? Он, мама, ест огурцы с селедкой и запивает это молоком. Я смотрю, он готов даже обделаться, лишь бы ко мне не ехать. Пожилой кавказец приходит в магазин и обращается к продавцу. «Продай мне 2 костюма». «Дед, зачем тебе 2? Тебе уже 80 лет. Возьми один, до конца жизни хватит. Один себе беру, другой для папы». «Слушай, если тебе 80, то папе, наверное, лет 100-105». «Да, ты прав, просто на дедушкиной свадьбе хотим нарядными быть». «Если отцу 105, то деду, наверное, лет 130, он что, еще и жениться хочет?» «Да он то не хочет, родители заставляют». Сегодня ощутил прямо резкий скачок инфляции, когда 8-летняя дочь сказала: «Папа, больше не кидай мне в копилку железные деньги, на них уже ничего не купишь». Утро 9 марта. Девушка. Блин, вот это вчера напилась. Ничего не помню. Кажется, и парень у меня был. Смотрит на разбросанные вещи. И секс у нас был. Смотрит на пол. И месячные начались. Парень. Черт, вот это я вчера нажрался. Ни черта не помню. Кажется, и девушка у меня была. Смотрит вниз. И я ее изнасиловал. Смотрит на руки. «Ой, и убил!» Смотрит в зеркало. «И съел!»